Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструмента. В этом видео посмотрим цену на маску сварщика FUBOK 5-13 Panoramic Black с большой зоной обзора из качественного материала. Размер экрана 100 на 93 мм. Размер картриджа 133 на 114 и на 9 мм. Количество сенсоров 4. Защита от ультрафиолета излучения 16 дин. Световой режим 4 дина. Диапазон светопропускания от 5 до 9 и от 9 до 13 дин. Включение-выключение питания автоматическое. Регулировка степени затемнения внешняя. Регулировка чувствительности внутренняя. Питание, солнечный элемент плюс 2 батарейки. Время переключения в темное состояние 1,25 секунды. Время переключения в световое состояние, светлое состояние, быстрое 0,15 секунды. Время переключения в светлое состояние, медленное 0,8 секунды. Масса 500 грамм. Заходим на сайт «Поиск ручных электроинструментов» и посещаем интернет-магазин «Все инструменты». Цены актуальны на 3 мая 2019 года. Стоимость такой маски на всех инструментах 5430 рублей. Теперь переходим в интернет-магазин 220 вольт. Здесь цена 5430 рублей. Посещаем Marketplace Goods. Стоимость 5720 рублей. Это одна и та же маска с одинаковыми характеристиками, но в разных интернет-магазинах. Теперь заходим в магазин MaxiDom. Здесь цена 5870 рублей. Посещаем Техпорт интернет-магазин. 5720 рублей стоимость. Теперь переходим в Marketplace Беру. 5720 рублей. Вот такие цены в 6 интернет-магазинах. На один и тот же, как я уже говорил, девайс, только цены у каждого свои. Итак, вы были на канале «Поиск ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструмента. А именно чем удобно? Вот, как я уже говорил, вы посетили 6 интернет-магазинов за каких-то там 3,5 минуты, да? И узнали цены. Все, вам все ясно, все понятно. Если вы ищете такую маску, да, где дешевле, где что, потом уже вы перешли по ссылке и посмотрели, выбрали и определились. Но это так, я просто как бы объясняю. Ну вот так. Почему просто и удобно.